Всем привет и хорошего настроения, дорогие единомышленники! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, все зрители нашего канала! Вот после ремонта радиолки Ригонда, просто Ригонда, хочу сделать маленький обзорчик и заранее приношу свои извинения за съемку с рук. Не хочу возиться со штативом, поэтому простите великодушно. Буду снимать как получится. Вот, в предыдущем обзоре я показал ремонт ЭПУ этой радиолы, привезенной мне для ремонта. Ну а сейчас она уже, в принципе, готова, так сказать, к употреблению. Радиола была без ножек, поэтому, как вы видите, стоит на таком своеобразном табурете. Ну и давайте мы ее сейчас вместе с вами немножко посмотрим и послушаем. Я уже не буду углубляться в описание технических характеристик и параметров этой, не побоюсь этого слова, легендарной радиолы Ригонды, которая была в СССР во многих семействах, являлась в какой-то степени элементом престижа, вот, как позже хороший цветной телевизор, еще позже хорошая импортная аудиостойка. Значит, ну и в принципе она свои, так сказать, функции выполняла и назначение свое полностью оправдывала, то есть была центром музыки, центром мультимедиа или просто медиа в тогдашних советских семьях. Вот такой гробик-комодик, элемент мебели, как вы видите, она полированная и лакированная. Это Ригонда первых выпусков. Вот среди моих единомышленников и зрителей канала есть Виктор. Виктор, слышишь ли ты меня? Который очень любит радиолы Ригонда. Даже я помню, он мне присылал очень хорошие макеты радиолы Ригонда, которые он делал сам. Хочет, чтобы она у него появилась. Надеюсь, что скоро у Виктора она появится. Вот, Витя, это для тебя тоже, в том числе, обзор Ригонды первого выпуска с желтой радиотканью и с двумя, как вы видите, большими круглыми динамиками, низко- и среднечастотными на фронтальной панели. Вот со временем радиоткань приобретает в местах крепления динамиков вот такие вот их отпечатки, видимо, из-за того, что все время туда-сюда движется пыль. Вот. Ну и радиоткань тоже разреживается в этом месте, что, в принципе, можно даже невооруженным глазом заметить. Видите, вот где динамики, там радиоткань стала более редкой от постоянных колебаний. Вот. Ну, тут еще к тому же имеется такое отверстие. Я не умею их чинить, но думаю, при аккуратной штопке, в принципе, это отверстие можно как-то замаскировать хотя бы. Это уже я предоставляю хозяевам этой радиолы. Вот, радиоткань, потому что такую сейчас, разумеется, нигде не купить. Какую-то там выпускают китайцы или кто-то там серенькую, однотонную, а вот такую красивейшую, фактурную, сейчас достать будет проблематично. Вот. Значит, сейчас, чтобы тени не было, вот лейбл, фирменная марочка этой Ригонды крупным планом, такая под стеклом, под органическим стеклом, логотип завода рижского имени А.С. Попова, корпус, как вы видите, именно покрытый лаком, потому что более поздние версии, в частности, Ригонда 104 шла просто полированной, без лака. Вот. Ну, а так, в общем-то, оформление осталось практически то же самое. Вот. Ну, ручки, конечно, поменялись. Мне очень нравятся вот эти клавиши старого образца. Такие, как, не знаю, как будто из слоновой кости. Хотя это, конечно, старая пластмасса. Регуляторы тембра у него здесь такие своеобразные, низких и высоких частот. Как вы видите, когда крутишь регулятор, в окошечке там что-то меняется, да, появляются какие-то полоски, постепенно увеличиваясь, уменьшаясь. Тоже неплохая задумка, выключатель сети. Ну, тут, конечно, вот покрытие металлической вот этой части нижней уже пришло в негодность. Тут надо что-то с ним делать. И не очень ярко светится вот этот вот зеленый магический глаз, лампа настройки на канал. К сожалению, подсела, а у меня такой лампы не было. Ну, в принципе, в задачи не входило ее менять. Поменял основные лампы этого аппарата, а эту не трогал. На стеклянной передней панели, большой, широкой стеклянной панели, замечательная шкала, такую бы современным ресивером, да. А, тоже дублируется логотип завода-изготовителя, эти три волшебные буквы «Р». Надпись «Ригонда» и, соответственно, много-много радиостанций, которые она может принимать. Как вы видите, диапазон здесь
коротковолновой первый с 25 метров до скольки там, до 31. Коротковолновой второй с 45 метров до аж 75. Длинноволновой диапазон, на котором сейчас ничего не поймаешь, от 800 до 1000, до 2000 метров. И средневолновой диапазон от 200 метров до 550, да? А вот. Ну и УКВ, советский диапазон, советский, так сказать, наш ответ ФМу, тоже в метрах от градуирована шкала, от 4,1 до 4,6 метра. И вот города можем прочитать на этой шкале, которых уже многих и нет на свете. Москва, Минск, Владивосток, Баку, Киев, Алма-Ата, которая стала Алматы, Ташкент, Новосибирск, Ташкент, по-моему, так и остался, Ленинград, мой родной, любимый, который превратили в гадостный Петербург. Варшава, Тбилиси, Москва, почему-то Варшава сюда затесалась. И далее Днепропетровск, который теперь Днепр, Берлин, Париж, Ереван, Киев, Симферополь, София, Будапешт, Вильнюс, Стокгольм, Бухарест, Кишинев, Тирана почему-то, опять Ленинград, но это уже на средних волнах, Львов, Рим, Хельсинки, Афины, Прага, Волгоград, Москва, Брюссель, Донецк, Варшава, Лондон, Берлин, Будапешт, Таллин еще с одной буковкой «Н», Москва снова, снова Ленинград, это, видимо, другая радиостанция, Белград и Рига, собственно. Ну, странно, если тут Риги не было. Органы управления здесь предельно просто и ясно обозначены. Кнопка включения звукоснимателя, коротковолновой диапазон первый, коротковолновой диапазон второй, длинные волны, средние волны, местный прием УКВ и широкая узкая полоса. Вот, УКВ, ну ладно, мы чуть попозже все это включим. Вот, давайте продолжим знакомство с этой радиолой. Ручечки у нее коаксиальные, сдвоенные. Левая ручка, значит, является у нас регулятором громкости, а вокруг нее включатель и регулятор положения магнитной антенны. То есть можно ее крутить. Там внутри находится магнитная антенна, внутри корпуса, и когда мы крутим эту ручку, она поворачивается в горизонтальной плоскости для улучшения приема. Мудрое решение. Правая ручечка у нас является настройки диапазонов по, ну, вращениям вот этой ручки. Мы перемещаем по шкале, как вы видите, вот эту стрелочку. Настройки на радиостанции. И, соответственно, также перестраивается конденсатор переменной емкости. А это вот маленькая ручка. А большая ручка, которая вокруг нее, вращая ее, мы перемещаем стрелку диапазона УКВ. То есть настраиваем УКВ диапазон. Здесь разнесенная настройка. Это ручечка пластмассовая для открывания, собственно, этого волшебного ящика, что мы сейчас с вами и сделаем. И вот видите, отреставрированная петля не очень хорошо держит. Можно ее подтянуть. Здесь такая петелька. Отреставрированная ЭПУ, которая у нас была в предыдущем обзоре, почищенная, помытая. Здесь же прилагается вот такая центр-щетка, как вы видите, одеваемая на специальный шпенек внутри корпуса. Ну, в корпусе тут, видите, места полно, можно всякие вещи полезные хранить. Заначку от жены, если она не пользуется этой радиолой. Вот. А также другие интересные предметы. Малек сюда поместится. В общем, ящик полезный, волшебный. По бокам корпуса, не знаю, плохо видно, наверное, решеточки, закрывающие два высокочастотных динамика. Вот такой корпус полированный, блестит. То есть этот аппарат имеет 4 динамика поздней версии, в частности, Ригонда 102, пошли уже всего с двумя динамиками. Ну, сейчас попытаюсь снять что-нибудь сзади. Если вам будет это видно, то хорошо. Вот, задняя стенка Ригонда. Здесь мы видим надпись «Ригонда радиола». Рижский радиозавод имени А.С. Попова. Полезная табличка размещения ламп в этом аппарате. Вот. Значит, это УКВ антенна, то есть внутренний, вот это вот, внутри корпуса находится диполь УКВ-шный. То есть там проложен по периметру корпуса провод.
И от него сделан вывод. То есть буквы мы ловим даже прямо вот так вот, на эту внутреннюю диполь антенны, и она, в принципе, неплохо ловит. Здесь имеется выход от громкоговорителей собственных. Если их отключить в это гнездо, можно включить внешнюю какую-нибудь колонку. Ну и входы. Магнитофон для записи и воспроизведения уже пятидиновый такой круглый вход. Магнитофон ламповый включается вот в этот вход, воспроизведение от магнитофона. Вот здесь уже такой, как двухштекерный. Ну и, собственно говоря, все, что мы можем увидеть сзади. Да, вот место переключателя напряжения, потому что радиола рассчитана на 127, 220, либо 220 вольт переключается вот этой ручкой трансформатор. Ну и вход провода питания с отсеком под предохранитель. При снятии задней стенки все это, соответственно, вместе со стенкой и снимается. То есть предотвращает возможность поражения электрическим током. Ну что, давайте что-нибудь послушаем. Начнем, наверное, с приемника. Включим УКВ-диапазон. Помехами от бесчисленного количества импульсных блоков питания, но тем не менее, видите, ловит классику, по-моему, радио Орфей. Последнее сообщение выпуска микрофона было в эфире радио Санкт-Петербургской метрополии в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций за номером FS-77-51-13. Ага, вот оно, радио Град Петров. Уважаемые радио и города Выборга, в связи с проведением профилактических работ 16 июня во вторник объявляется перерыв вещания радио «Град Петров» в городе Тихвине и городе Выборге с 9 до 17 часов. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжим свое вещание по расписанию. В военную академию и в Красноярске. Как видите, на УКВ-3 радиостанции мы уверенно ловим. Сейчас попробуем включить магнитную антенну и переключиться на средние волны. Тоже какая-то религиозная станция на средних волнах. В праздничной программе звучат песнопения в исполнении сестер и наследниц Свято-Обеденского Ивановского монастыря, основателем которого и духовником вот уже много на лет. Статей лет, примерно 450 метров. Решается теперь скоростью двух процессов: истощением России
и созреванием способности общества и государства остановить разрушение. Что-то коммунистическое, вероятно. Болтают, болтают, а действий ноль. Что-то еще пробивается. Это нам на свою внутреннюю магнитную антенну. О, по-моему, Владимир Владимирович. Ну вот как-то так. Ну, на коротких волнах мы сейчас ничего не поймаем, потому что внешняя антенна у меня, как видели, не подсоединена. Но при хорошей внешней антенне и заземлении, особенно где-нибудь за городом, на эту радиолу, я думаю, можно много-много-много всего интересного поймать и качественно послушать. Ну а теперь давайте перейдем, собственно говоря, к второй части марлезонского балета и послушаем эту радиолу в качестве проигрывателя драм-записи. Вот есть такая у меня пластиночка «Майя Кристалинская», 33 оборота, Ленинградский завод. ГОСТ 61 года, пластинка, как вы видите, монофоническая, на 33 оборота. «Возможно, вальс о вальсе, еду я на причале, ты не печалься». Вот такие интересные песни. Так, значит, у нас переключено усилитель и радиолы на звукосниматель. Теперь, соответственно, мы берем наш тонарм и переносим на начало пластиночки. Не знаю, попал или нет. 33 оборота у нас скорость записи. По-моему, 33 у меня там и стоит. Студентка, возможно, возможно, что есть замечательный парень. Бродится одиноко, он тоже не рад. Возможно, механик, возможно, полярник. Возможно, строитель, возможно, солдат. Возможно, пути их найдутся, что часто бывает на этой земле. Возможно, в Одессе, возможно, в Иркутске. Возможно, в Тамбове, возможно, в Орле. Такие пластинки только на таких радиолах и нужно слушать, аутентично получается. Ну, звук хороший, ламповый. Жаль, что микрофон мобильного телефона, на который я снимаю, не может передать все прелести этого звука. Говорит кое-кто, смея, веку смотри, в нем от старости старость. Робот не смеет, наплывает мой первый.
Давайте посмотрим, как автостоп работает, если он сработает. Ать! Немножко, да, вот переборщишь, и он срабатывает сам, не дойдя до конца пластинки. А хотелось бы, так сказать, увидеть, как он срабатывает сам. А ну попробуем. Вот так вот будет. Вот. Головка ведь стоит на долгоиграющей пластинке. Работает ли автостоп? Пошла головка на выводные дорожки. И вот как всегда, а нет, сработал. Смотрите, при срабатывании автостопа микролист, вот этот вот маленький шпенечек, он поднимает тонар. Вот он, видите, да? Так что, в принципе, вот. Тут даже какой-то такой зачаток микролифта имеется. Ну что, господа, давайте послушаем по-варварски какую-нибудь пластиночку на 78 оборотов, что ли я. Для этого мы сначала переключим наш переключатель скоростей на 78 оборотов. Ну и должны, конечно же, иголочку поменять. Сейчас у нас стоит на долгоиграющий, а мы вот так переключим на пластинки на 78 оборотов. Там более грубая игла. Так, берем пластиночку. Что у нас тут есть? Есть пластиночка Дигидон. Дигидон. Аккорд. Тогда еще фирмы «Мелодия» походу не было. Вот, это 78-оборотная пластинка, патефонная или граммофонная. Вот. Выпустил ее Управление химической промышленности, Ленинградский совет народного хозяйства. Ой, еще во времена совнархоза. Видимо, какая-то артель «Аккорд» на логотипе ГОСТ 56-го года, третья группа, 0,57, это, наверное, цена 57 копеек, хотя нет, в 56-м году вряд ли она стоила 57 копеек. «Дигидон», песенка из кинофильма «Золотая симфония». Смотрели этот кинофильм? Я вот не помню. Слова Н. Пильховской. На польском языке. Вокальный квартет Чиянда. Инструментальный квинтет. 78 оборотов указано на этикетке. Ну что, попробуем, так сказать. Не знаю, надеюсь, в этот раз правильно установил звукосниматель. Видите, как быстро завертелось. Dom digi dam digi dom, dom digi dam digi dom. Oh, jetzt gibt's ist hart. Dom digi dam digi dom, der Ovietz von Kufniesche wird. Dom digi dam digi dom, drogi jetzt nicht zapadnie zwrot. Dom digi dam digi dom, to Bogu wsywać pieśnią zwo. A bo tali się przywo. Так весело пела кто. Йори-ри-ри-ри-ри-ри. Дом-диги-дам-диги-до, розгоним ще мелодію лас. Дом-диги-дам-диги-до, овечки сходом вздур і згар. Дом-диги-дам-диги-до, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Дом-диги-дам-диги-до, ту-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 
ди-ди-дам, ди-ди-дам. Ау, ау, ау. Thank you.
szumu, dźwięk tramwaju budzi tłum. Jak to dobrze, że w niedzielę można wrócić tu. Błękit nieba, słońca, blask, srebrny strumyk, zieleń traw. Wszystko cieszy, wszystko bawi, słów po prostu brak. Baranki pasą się i krówki pał, au, au. Ujada pies na całą córkę swą. Owieczki schodzą z górnych hal. Dom, digi, dam, digi, dom, melodię dzwonków niesie wiatr. Dom, digi, dam, digi, dom, dolinie wręcz zapadnie zmrok. Dom, digi, dam, digi, dom, do domu wzywa pieśnią dzwon. A w oddali dźwięczy głos. Tiro-la-ri-ro, tiro-la-ri-ro. Tak wesoło śmierdza kto. Tiro-ri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 . Dom, digi, dam, digi, dom, oddali dzwonków cichnie dźwięk. Dom, digi, dam, digi, dom, ach, jaki piękny był to dzień. Dom, digi, dam, digi, dom, digi, da, digi, digi, dom, digi, dom, digi, digi, dom. Ну, тут автостоп срабатывает четко. По-моему, некие тирольские мотивы присутствуют в этой польской песенке. Как считаете? Как считаете, господа? Нет, все-таки замечательная радиолка. Вот и цвет, и цветовая гамма, решение всего ее. Представляете, как вот романтично на дачке зимним вечером, сидя у растопленного камина, в кресле-качалке под теплым пледом, потягивая грог, послушать что-нибудь на таком аппарате, в соответствующем интерьере. Да? Ну вот на этом, наверное, все. Большое спасибо за всех, за всем, за кто дотерпел до конца этого некоротенького просмотра, обзора. Оставайтесь в канале. Всегда с вами Сергей. Всем привет и хорошего настроения.